всем приветик! Я в прямом эфире, Динара Смирецкая из гостиницы Измайлова, где у нас в команде только что закончился потрясающий крутой тренинг машина продаж в MLM, который вел сумасшедший обаятельный тренер Алексей Урванцев. Была супер практика, тренинг был абсолютно практический. Мы разбивались на пары, на тройки, на восьмерки, становились семьями, разводились. В общем, очень круто прошло это время. Отработали очень много навыков, очень много техник, есть чем поделиться с командой. Но именно сейчас, именно сегодня хочу провести мини-церемонию награждения своих малышек, своих девчоночек, своих крутых лидеров. Хочу их поздравить с новыми рангами, с новыми квалификациями или некоторым дать направление, волшебный, так сказать, пиночек для получения новых статусов и рангов. Итак, я сейчас отдаляюсь, потому что нас будет много. Динара женщина крупная, надо ее снимать вот так вот на отдалении. Все прекрасно, все хорошо. Я надеюсь, вы меня слышите и видите. Итак, начинаем. Церемония награждения Siberian Wellness сапфировой теперь уже команды Динары Смирецкой. Вы их слышите? Вы их слышите, как их много? Ну-ка еще раз. А сейчас вы всех увидите. Итак, начинаем нашу церемонию награждений. И начну я ее с девушки, которой я желаю, ну вот, ближайших, скорейших побед и успехов. Хочу, чтобы она со своими навыками, со своими качествами, со своими эмоциями, со своей энергией просто не тормозила, а сникерснила. И наконец-то уже достигла нормальных достижений, нормальных целей, получала хорошую зарплату, чтобы мы все за нее гордились, хвалились, и чтобы она в следующий раз не просто выходила на сцену, как она выходила сегодня и делала это потрясающе, а выходила на сцену в ранге лидерском и уже могла с гордостью говорить, что я лидер, я достигла таких-то рангов. Итак, встречаем Анжелу Князеву! Анжелочка, в общем... Анжела нам вчера привезла из Казани вкуснейшие сладости татарские, баурсак, чак-чак. В общем, она нас сегодня задобрила по полной программе, но это не снимает с нее ответственности. Мы не очень ругались, мы объелись, вот, и сил уже на ругань, так сказать, не было. Так что, Анжел, давай, на следующее мероприятие минимум 2500. А лучше 5. Ты это можешь. 100%. Да? Хорошо? От меня подарочек Анжеле, да, заранее, чтобы идти к намеченным целям было легче, вкуснее и приятнее. Анжелочка, это гель для умывания с пробиотиком, полюбившийся всем. Вообще я вам покажу, что я дарю. Что вот такой вот гель для умывания с пробиотиком. И то пивишечка, чтобы не толстеть. Анжелочка, тебе большое. Да. Передай, пожалуйста, приветик всем нашим зрителям. Подойди поближе, покажи себя лицом. Вот так вот, аплодисменты еще раз Анжеле. Анжелочка, присаживайся. Ну, как вам Анжела? Огонь, пожар, эта девушка может, но почему-то пока что не хочет. Но мы надеемся, что после этого мероприятия у Анжелы все получится. Так. Итак, продолжаем нашу импровизированную церемонию. Следующий человек, которого я хочу пригласить на эту сцену, девушка, которая сталкивается на своем пути со многими сложностями и на работе, и в семье. И, ну, не знаю, у нее вечно что-то вокруг нее происходит, но ей это не мешает все равно идти к своим целям, приходить к статусам маленькими шажочками, иметь неплохую, хорошую клиентскую базу, вести душевно свой клиентский чат, при этом еще худеть, она же у нас еще худеет на нашем продукте. В общем, человечек, которому я желаю скорейшего роста, она давным-давно этого заслужила. Лариса! Ларисочка приехала к нам из солнечного Буденновска, да? Буденновска, вот, прилетела, так сказать, не без сложностей, и рейс ей меняли, и победа ей, всякие разные каверзы, козни устраивала, но Лариса все равно добралась. Лариса стойко приехала на нашу вчерашнюю фотосессию с огромным чемоданом, с огромной сумкой, проделала невероятный путь от фотосессии до ресторана с этой сумкой. Лариса, ты, наверное, вчера только 5 килограмм скинула.
Все не просто так, все по вашим желаниям. Видите, пожелала похудеть, Динара ей устроила завет с сумкой 15-килограммовой. Ларисочка, все, мы желаем тебе дальнейшего роста, развития, чтобы у тебя все сложилось в этой жизни, все получалось. Аплодисменты Ларисе! Небольшой подарочек, в принципе, такой же, вот, это так, такой же классный гель для умывания с пробиотиком и тофевишечка для вкуса и цвета, как говорится. Пожелай привет всем нашим зрителям. Всем привет, всем здоровья и роста. Присаживайся, присаживайся. Следующий человечек, которого я хочу поздравить. Человечек крутится вокруг нашего первого крутого ранга ВТ-1000. У нее очень хорошая клиентская база. Она молодая мамочка, у нее маленький ребеночек. Но при всем при этом это не помешало ей приехать на наше мероприятие, оставить ребеночка. А иногда можно детишек оставлять, не страшно это. Вот, главное наш рост, развитие, когда мамочка наполненная, когда мамочка развивающаяся, растущая вместе со своими детишками, то и детишки тоже счастливы. Дети получают от мамочек заряд позитива, заряд эмоций, особенно после того, как мамочка съездила куда-то с подружками, например, потусить. Она отдохнула, она наполнилась, приезжает к деткам, и вся такая веселая, задорная, лучше свои мамские обязанности выполняет, что я вам хочу сказать, на своем опыте это проверено. Итак, встречайте, Анютка Риутова! Места мало, места мало, да? Анютик, Анютик, да, я тебя люблю, обожаю. Давай, ставь цели на квалификацию бизнес Team 2500. Давай, давно пора. Анюта очень хорошо знает продукт, очень хорошо консультирует. Она потрясающе душевно ведет клиентский чат. Возможно, вы Анюту уже встречали, потому что у меня на YouTube размещено видео, как работать с телеграм-каналом презентации, где я разбираю как раз Анин очень классный канал, который она сама сделала. Подарочек, сегодня он вам успеет надоесть. Это мягкий гель для умывания с пробиотиком. Это финишечка, Анюточка. Все, давай, дальнейшего роста. Пожелаю привет. А это, кстати, моей дочке, а это мне. Спасибо большое. Итак, следующая девушка, которую я приглашаю на нашу импровизированную сцену с моим портретом. Вашу маму и тут, и здесь показывают, понимаете? Меня мало, надо больше Динары. Итак, следующий человек, которого я приглашаю, это девушка, которая впервые в истории нашей компании, в своей истории, в нашей компании, достигла ранга ВТ-2500. Это товарооборот 100 тысяч рублей. Это уже большая клиентская база. Но мало того, что она это сделала, она еще и за сентябрь похудела больше, чем на 10 килограмм. При всем при этом эта девушка является многодетной мамочкой. И не просто многодетная, я бы сказала, супер матерью героини. У нее 8 деток. Вы представляете, кормить, поить 8 детей и при этом еще и худеть. Я этого сделать не могу, постоянно за кем-то подъедаю. А она 8 деток кормит, и при этом еще похудела на 10 килограмм. Встречаем Света Астахова! Вот такая вот у нас красотка, мать героини, герой. Новый бизнес Team 2500, Светонька. В октябре ставим цели на 5000. Можешь, умеешь, знаешь. Обожает продукт, очень хороший у нее коллектив, несколько очень милых, приятных партнеров. В общем, Света всегда рвется в бой, очень много мне вопросов задает, и это правильно, надо доканывать лидера своего, доводить до белого коленя, чтобы знала. Вот. И тогда все у вас получится, друзья, не забывайте доводить лидера до ручки. Закидывайте вопросами, и тогда вы будете расти. Это 100%, Светик, поздравляем тебя еще раз. Маленький презентик Светунчику, опять же, наш классный гель для умывания и топивишечка! Всем огромный привет, всем действительно здоровья, огромного роста и успехов в МЛМ! А,
следующая девушка, которую я хочу пригласить на нашу сцену и наградить, это девушка, которая впервые присутствует на наших вот таких тоже больших мероприятиях, командах. И несмотря на то, что она так же, как и Аня Реутова, живет в Москве, мы с ней в первый раз увиделись вживую, пообнимались, расцеловались. В общем, это очень-очень здорово встречаться, и это говорит о том, как же классно работать онлайн. Друзья мои, если вы еще не работаете онлайн, начинайте. Онлайн сплачивает города, страны, и даже если ты живешь на соседней улице, очень удобно работать в онлайн, потому что ты не выходишь из дома, не тратишь время, все через телефончик, все очень удобно, но при всем при этом можно вот так вот встречаться на общих командных каких-то сабантуях, собраниях, обучениях, тренингах. В общем, это очень-очень здорово. Итак, встречаем бизнес-тим 2500 Светочка Иванова! Посмотрите, посмотрите, какая красотка, высокая, стройная. Вот, Светик, берем цель на ВТ-5000, давно пора, ты можешь, умеешь, знания у тебя вагон и тележка, компанию нашу очень хорошо знаешь, умеешь развивать и соцсети, просто личный брендинг давай уже, личный брендинг надо подключать, и тогда точно все будет хорошо. Подарочек для Светы, аплодисментики! Санюта очень классная команда. Да, мы стараемся. Девчонки, мальчишки, всем нужно быть в Siberian Wellness. Это круто. А следующую девушку, которую я хочу пригласить на импровизированную нашу сцену, это потрясающий человек, который сделал невероятный прорыв в сентябре. Она приросла, по-моему, то ли на 1000, то ли на... Я уже не помню, на сколько баллов, по-моему, минимум на 1000 баллов. Она благодаря Siberian Wellness осуществила свою мечту. Она уволилась с работы, больше не работает с безумным дяденькой или тетенькой начальником, хотя по секрету она сама была безумной тетенькой начальником, как мне тут недавно рассказали. В общем, она закончила с этой деятельностью, окончательно углубилась в нашу работу, в нашу компанию, в Siberian Wellness, и сейчас достигает, просто семимильными шагами идет, достигает потрясающих результатов. На товарооборот на сентябрь, подскажите, сколько там? Почти 4000 баллов, почти 4000, представляете? Ребята, вы можете не брать каждый месяц какие-то новые ранги, квалификации, главное расти, развиваться, стремиться, делать ежедневные действия, что как раз делает кто? Наташа Казанцева! Вот она, эта красотка, я сейчас стану на мысочке, чтобы хоть как-то поровнее быть. Натуся, ставим цель в октябре уже на пятерочку, ты можешь, ты умненькая, сильная, работаешь, ну просто работяга с утра до ночи, в Сибирочке. В общем, Натуся, желаем тебе роста, развития, нового ранга квалификации, ты давно ее заслужила. Все, аплодисменты, Наташа! Пресс-студио, это, конечно же, наш уже полюбившийся всеми зрителями гель для умывания с пробиотиком и пивишечка. Натуся, пожелаю тебе удачи. Всем спасибо. Спасибо. У меня как раз заканчивается. Ого. Всем здоровья и жду в свою команду. Пользуйся. Вот так вот, с места в карьер, все правильно. Вот так вот поступают растущие лидеры, времени не теряют. Не тратьте даром, сразу же в команду приходите к Наташе. Она классная, еще раз аплодисменты. Следующий человечек, которого я хочу поздравить, это невероятная девушка, которая умудряется совмещать очень большое количество действий и деятельностей. Она и мамочка маленьких двух детишек прекрасных, она и прекрасная жена. Она чудеснейшим образом выглядит, когда мы все немножечко пухнем. Она продолжает стройнеть, худеть. Просто хоть завтра ее, хоть сегодня в модельное агентство отправляй, отдавай. Она учитель музыки, она чудесно поет, она играет на разных музыкальных инструментах, она занимается с детьми. И при всем при этом она лидер большой команды бизнес-тим 10 тысяч. Мария, да улыбка! Я боюсь уже, я не знаю уже, на какие высочки встать. На стульчик. Мариюш, да, вот, трон был для нее, как раз для нее ты ее роста. Мариюш, я тебе желаю поскорее взять бизнес-тим 20. Бизнес-профи, заслуживаешь, мечтаешь о машине, она у тебя обязательно будет. Ребятки, запишите, обязательно приеду в Казань на автовручение к Марии. Вот, и, конечно же, небольшой подарочек от лидера. Это гель для умывания с чем? Правильно, с пробиотиком. И та пивишечка, Мариюшка, оставим всем обязательно достигнем. Давай, спасибо. Жду, красотка. Еще раз аплодисменты.
поехала, пошла тяжелая артиллерия в прямом и переносном смысле этого слова. Я думаю, никто тут на меня не обидится. Так, отступление от темы. Итак, сейчас я хочу пригласить на эту сцену и наградить своего первого, самого первого бизнес-профи, своего лидера, который закрыл автобонусную квалификацию. Это Мариночка Киселева из Челябинска. Прилетела через стень, годы, сложности. Марина прилетела, бизнес-профи закрыла. Команда классная, ведет сильно, мощно, иногда, конечно, поругивается, бывает, но все идет на пользу. Маришка, главное идем. Маришка, тебе небольшой презентик. Спасибо, чтобы худеть, да, и сладкое не кушать, сказала Динара, тут перед ней на столе куча сладостей. Я не это знаю, не там, видно, на сотню тысяч видно. Калорий. И, естественно, гель для умывания с пробиотиком. Мариш, давай двигаемся дальше. Теперь переходим к главной части марлезонского балета. Это награждение новых лидеров сентября. Первое, кого хочу пригласить на сцену, это девушка из города Камышин, небольшого городка. И онлайн-работа подтверждает тот факт, что, ребятки, можно жить в маленьких городках, в поселках, в деревнях, в каких-то укромных уголочках, но при этом очень круто развиваться онлайн в MLM, в сетевой компании, к примеру, такой, как наша, Siberian Wellness. Итак, я хочу пригласить на эту сцену нового бизнес-тим, 10 тысяч, 400 тысяч рублей товарооборот, шикарная команда, которая идет вперед, девчонки, которые обожают наш продукт, работают с клиентскими чатами, с Инстаграмом, с социальными сетями, развивают личный бренд, инстамагазин, короче, чего они только не делают в этой команде. И это Оскар в эфире, вторая часть. Поехали! Мы остановились на том, что награждали нашу великолепную Танюшу Маматову, нового бизнес-тим, 10 тысяч, товарооборот 400 тысяч рублей. Меня уговорили не орать, в конце-то концов собралась вся гостиница Измайлова. Сказали, все, харе, завершаем мероприятие. Ладно, постараюсь общаться сейчас потише. Итак, еще раз аплодисменты нашей Танюшке! Танюшечка, да. Тебе огромное спасибо. Вот такой, смотрите, какой подарок. Ух ты, ну покажи. Для красоты, огромное спасибо. Для красоты и здоровья. Муа! Все, расти дальше, моя хорошая. Бизнес-профи тебя ждет обязательно. Спасибо. Так, ребят, всем привет. Что хочу сказать? Приезжайте на мероприятия компании, особенно команды. Это невероятно сближает и мотивирует на рост. Пожалуйста, аплодисменты Танюше. Итак, друзья, продолжаем наше награждение. Второй человечек, второй супер-мега-лидер, который достиг в сентябре эту новую, классную, яркую квалификацию бизнес-тим 10 тысяч и также с очень крутым, хорошим запасом. Это девушка из далекого для меня города Екатеринбурга, которая разработала собственную систему, методику работы с командой, которая дает невероятный, крутой результат. Это Регина Суетина! Смотрите, как все достигли. Мы виду прирост, крутой. Не знаем. Это уже не важно. С приростом. Да. Достигла бизнес-тим 10 прощения. А в сентябре подтвердила с приростом. Да. Так, где? Так, Региночкин подарочек. Региночкин подарок. Я надеюсь, самолет тебя пропустит. Так, все, Регине подарок, аплодисмент. Ну, сейчас там запрещеночка. Ну, так как вот ты вроде бы сдаешь багаж, должно все пропустить. Ну, там на самом деле такое все, такое все миллилитр, что даже и в сумку, думаю, да, пустят. Вот такой подарочек для Регины. Региночка, роста, развития дальнейшего. И еще один супер-мега-лидер, который у нас вырос в сентябре и взял новую квалификацию с очень крутым приростом. Это третья автобонусная квалификация в моей команде. Танюша Кузьменкова, второй мой бизнес-профи, к сожалению, не смогла приехать в этот раз в Измайлово. Но мы все передаем Танюше Кузьменкову привет! Танечка, дорогая наша любимая, мы тебя очень-очень любим, очень тебя ждали, но вот по сложившимся обстоятельствам не получилось у тебя приехать, но мы тебе отдельный приветик передаем. Ну, еще раз поздравляем с заслуженным рангом бизнес-профи, ты звезда, просто топ
топчик в Беларуси. Мы тебя обожаем еще раз. Третий бизнес-профи в моей команде, который достиг этого потрясающего ранга в сентябре, тоже с невероятным приростом команды, супер-мега-душевная девушка, просто красотка, Ирина Николаева! Все вы Ирочку знаете по ее очень-очень крутым видео о нашем продукте. Она продукт обожает, она просто супер-ас и монстр по работе с клиентской базой. Подписывайтесь на ее канал. Кстати, у Регины Суетиной тоже есть очень крутой канал. Вот Регина делает больше упор на рекрутинг, а у Иры ее конек это продукт. Вот ребятки, такая команда. Короче говоря, подписывайтесь на их каналы, будете расти как звери, как монстры. Вот как и они, в общем-то. Аплодисменты! И мой подарочек, квалификация бизнес-профи автобонус на сайте Ключи от машины в пакетике. Это вот и ручки для красоты, да. Для похудения, в общем, и все, что нам нужно. Да. Все. А вот так вот. Так, друзья, ну, наконец-то тут Динара сможет выдохнуть, отдохнуть. Церемония награждения подходит к концу. И в конце о самом главном, о самом неприятном, это как, знаете, если ружье висит на сцене, оно должно обязательно выстрелить. И если портретик висит, то его надо показать поближе. Вот посмотрите, ребят, какой подарок мне сделала команда. Вот такой вот классный портрет, от которого, ой, еще пахнет красочкой. Такой он классный. Девчонки взяли мою фотографию, я не знаю, из младенчества, мне кажется. Я еще такая красивенькая, не морщинистая, с красивыми волосами, ну, в общем, красотка. В общем, я смотрю на этот портрет, и он меня будет мотивировать худеть дальше. Похудела я пока что не очень много, но вот, глядя на этот портрет, который я повешу прямо вот на самую-самую хорошую, на кухне, да, сделаю ремонт на кухне. Меня тут спросили: Динар, куда ты потратишь свою большую зарплату сентября? Хочу сделать ремонт на кухне, обновить кухню, сделать ее в белом цвете, и вот как раз на стену повешу этот портрет, и буду вещать прямые эфиры на фоне этого портрета, и буду к нему стремиться. В общем, до этого портрета мне, наверное, еще минус 15 килограмм надо сделать. Короче, девочки мне цель поставили в виде подарка. Вот так вот. Так что, друзья мои хорошие, команду обожаю, люблю. Спасибо вам за внимание, за подарки. Еще раз всех своих девочек поздравляю. Беру телефончик в руки. Девчонки, давайте помашем. Вот такие вот у меня красоточки собрались в Измайлово в Москве. Друзья, что хочу вам сказать. Собирайтесь вместе с командой, проводите время вместе, общайтесь, обучайтесь. И рост и развитие вас всегда будут ждать. Чем больше вы общаетесь, чем больше делитесь своими навыками, своими умениями, тренируетесь, встречаетесь на тренингах, отдыхаете вместе. В общем, это невероятно заряжает. Все, а мы пошли дальше тусить, наслаждаться нашим временем, делиться, обниматься. В общем, девочки, на ужин побежали! Все, всем пока-пока, друзья. Спасибо большое за внимание, за поддержку. Всех люблю, целую.